was cool, man. It was a lot of fun. They're probably more. They probably think they're more nervous than me. I was definitely the more nervous one, obviously. But it was a lot of fun out here. It was good to get out here and, like I said, hang out with them. And like I said, I know it means a lot to them, and it was really fun for me. Нам сказали, что к нам приедет Уилл Клавин, мы почувствовали радость, потому что это лучший игрок для нас. И нам очень интересно было познакомиться, как он ведет себя с нами. Ну, он же открытый человек, мы же посмотрели. И то, что мне нравится, как он играет. Самый запоминающийся, это был маленький квест, когда мы проходили по фишкам, потому что он нас вел, и нам было интересно посмотреть ход его мыслей. Мне показалось, что когда на игре он сосредоточенный, и у него есть определенная цель. И здесь он был не такой уж и сосредоточенный, потому что он понял, что это домашняя атмосфера, и вел себя с нами как дома. We are all one team.